8К HDR плюс. Пошли домой, уже спать хочется. Что там снимаешь? 8К HDR при плохой съемке. HDR. Ну прикинь, Леонид, он как видит. 8К качество. Сносишь Poco? Ну этот. Нубия. Давай. Ты по рыбе. По рыбе. Не, ну рыбе, про рыбу не интересно. Она на эту рыбу всю жизнь смотрит. Надо что-то другое. А что она жрет? Ну про червей расскажи. Про червей, блин. Ну если честно, то мои познания червей недостаточно. Ну гермафродиты там. Разрежешь его, а он хоп, и там одна из них частей хотя бы это отрасти может. Без пола. Йори. Как есть прикол этот, проверяют пол червя. Господи. Знаешь, кто знает? Кто советский человек? Ну, не знаю, что. Ну, цедишь мимо зубов, если застарьет, то мужской как бы. Знаешь, еще у червей там даже есть какие-то пару нейрончиков, вроде как какие-то у них там реакции есть. Ну, типа, были какая-то группа ученых, которая пыталась доказать, что даже у червей есть эмоции. Ну, по сути, там так мало нейронов, что назвать это какими-то сложными эмоциями. Ну, сложновато, да. Ну, простейшие реакции, типа того. Что там, рыба прошла? Не, ну, если солить, то да. А так нельзя. Ну, тут какое-то квадратное, блин. Квадрат маленький, что ли? А что с ним жарить, что ли? Да не. Это мы так не договаривались. Давай нам такой сачок. Дивись, какой там. Видишь? Давай сачок. Такой сачок. Такой апельсиновый. Такое. Что тут за дверь? Ребята.